тач чакшур девахитам пурсан твам аси такшан. Есть такие люди, я их называю угрюмые. Им ничего в жизни не нравится. Они все время там, а это плохо, а это не нужно, а это да ну его в баню, а это та задолбал, да это там, ну. И вот такие люди, они не получают наслаждения и не получают ощущений счастья. У нас есть один орган, который уникален. И этот орган называется глаз. А сама мантра, она посвящена божеству глаз. В случае, если у человека есть проблемы с тем, что он угрюмый, не видит радости жизни, у него появляется очень много заболеваний. А на первое место можно поставить психические заболевания. И данную мантру, ее можно условно как бы перевести. На самом деле, когда я говорю перевести, то их перевести невозможно. Она имеет значение, ну вот вообще приблизительно так. Божество глаз и света играет для меня важную роль и так далее. На самом деле она не имеет какой-то особой важной роли, но я считаю, что выглядит это так. Это как просьба, пусть мои глаза увидят прекрасное в Боге, и все. Таким образом, а почему в Боге? Потому что люди, которые начинают болеть, они зацикливаются на себе. То есть я имени меня, в честь меня, для меня, я вижу, я слышу, я спасу. Почему психические болезни появляются? У человека появляется такое ощущение, что он вот живет и я спасу, я способен, я, а вот на меня влияет, у меня вот это, если я так сделаю, то тогда. То есть человек только на себе сосредоточен. Его больного психически человека ничего в жизни уже не беспокоит. Его беспокоит только влияют на него, не влияют, может он спасти, не может. Как ему плохо, умрет он или не умрет. А как же все остальное? А как же остальной мир? А как же все вокруг? Таким образом, читается, что даже в эзотерике есть такое, я там давал семинар, называется «Проклятие», порчи из глаза. Помните, я говорил, что если просматривать человека, и у него в глазах, как угольки горящие такие, огненные, то это говорит о том, что в человеке есть проклятие, и этот человек склонен испытывать ощущение переизбытка эгоизма личностного и страдания от этого внутреннего эго. То есть подселение по-другому. А человек, который живет обычной жизнью, он умудряется помимо себя или помимо концентрации на себе, на меня влияют, у меня это, я имени меня, в честь меня, а эти мне не так сказали, вот как это все начинается, так что делать, я, наверное, умру, для того, чтобы не умереть, нужно это, так вокруг микробы нужно убирать, почему микробы, потому что они на меня могут повлиять, то есть очень много я. И только на меня влияет, только ко мне приходят, только я имени меня, а еще у меня там инопланетяне, лучший голос, и начинается. То есть это все вот, на самом деле психические заболевания, это заболевания внутреннего выросшего, внутренней выросшей мега-концентрации на себе. Если бы люди, которые психически болеют, могли бы отвлечься от своего эго и начали бы говорить, что вот есть еще дерево, есть еще что-то, знаете. Тогда было бы легче всем. И говорите, я ни при чем, я не я, зачем я себе нужен. Но и так, если данную мантру читать, тач чакшур дева хитам пурсам твам аси ташкан, то человек избавится от психических заболеваний где-то и вылечит глаза. Дай увидеть глазами прекрасное в Боге.